Здравствуйте. Нет, знаете, зашел посмотреть. Да, спасибо. Извините, вы не подскажете, до скольки вы сегодня работаете? Ну вот храм. Ну, вообще служба в 5 начинается. Полтора часа, наверное, такая простая служба. Вы знаете, я хотел с матерью зайти. Здесь клиника недалеко, геронтологическая, она там. Я просто время коротаю. А мне женщина, которая на КПП, она говорит, сходи в храм. Говорит, уникальное место, говорит. У нас уникальное место, очень много мощевиков. Да, она так сказала, да. Есть шипы стернового венца, есть часть древа стола. А где это расположено? Вас не затруднит? Просто пока... Не затруднит, просто не перекрестились, но даже вошли. Ой, извините. И у нас, а как правильно сделать? Не перекреститься хотя бы. На входе? Ну хотя бы на алтарь перекреститесь. Алтарь где? Ну прям. Вот это? Ну, конечно. Я же крещенный, по сути дела. Перекреститесь. Все, вот рекомендую. Да, извините, что вас отвлекаю. Не-не, я бы показала, рассказала, просто ходу. Да уж. Вот. Можете приложить, если вы крещённый, шип из тернового венца и спаситель. Вот. Видите, прямо? Да. Так, и вот там грива. Николай Чудотворец, Придон Тримифонский, Алексей Божий Человек, если вот к вере вам надо прийти, да, вот он помогает. Вот большая икона Тайной Вечери, там частичка древа. Вот если посмотрите, вот прямо. А, прямо передо мной? Извиняюсь. Вы видите вот Тайной Вечери, да? Да, я вижу. Господь среди апостолов. Да. Вот там вот, когда стол, вот торец стола, видите, внизу крест и коричневая частичка древа стола. Вот. Рядом мощевик стоит Киприана Устинина, если какие-то вот есть злые люди, колдовство, еще что-то к ним приходит, обычно ставят это. Кто-то читает, кто-то акафисты читает. Николай Чудотворец мужчина есть. Так что приходите. Желательно, конечно, между службой. Конечно. Нет, я буквально там она освободится сейчас, и я хочу с ней прийти. Свечки поставьте. Нет, она-то больше меня разбирается. Ну, с предыдущими русскими вы знаете, да, имущественные проблемы, финансовые проблемы. Вот, я ничего не знаю. Николай Чудотворец. Это просто читаю, как бы, если вы можете молитву, вы можете сказать.
Скажите, пожалуйста. Пантелеймон, если мама у вас болящая, да, конечно. Вот как бы святитель Пантелеймон, великомученик Пантелеймон. И там вот над ларцом, если видите, кружочек такой, да. Это частичка мощей. То есть мама ваша может приложиться. Вот, вот еще икона у нас на новую, прямо на древнюю икону. 1890 года с Афона, с Афонского русского воспитания. Это вот это извините, да, снизу? Да. Нет, не снизу, не снизу. А вот, здесь вот, вот сюда вот, такой? Вот. А, вот это, да, это центральное. Называется «В скорбях и печалях утешение». Тут очень много святых, то есть Пресвятая Богородица, Иоанн Креститель, Иоанн Богослов, да. Святитель Николай, Спиридон Тремлев-Узкий, Георгий Победоносец, Дмитрий Соломский. А и, здесь же перстни какие-то еще. Ну, это когда в честь какого-то, вот если была... Первый раз вижу. Нет, почему? Очень много, когда никогда не видел. Иконы чудотворные, и люди приходят и благодарят. А, я понял. Да, это список чудотворного списка. То есть сама икона какого там древнего века, не, боюсь сказать, какого, да, там, да, да. Совсем древнего. Да. То есть там на Афоне сейчас список, чудотворный список с этой древней совсем. Да, да. Вот. А это список этого списка. Вот привозил его Николай Игнатий Серебряков, это такой был до революции, был такой меценат. И второй, вот, а вторая такая икона есть, но она, на, по-моему, на греческом языке написана, тропаре. Она в алтаре Никольского собора. В алтаре ее выносят вот крайне редко. То есть у нас можно предложить, то их всего, то есть их мало. Да, да. Их всего две получается, да. То есть это вот такая тоже у нас святыня. Ну и вообще как бы мощевики, у нас очень много мощевиков. Да. И Мария Египетская есть, и... Из, вот из редких, да, Константина и Елена, как маму зовут, может быть. Ольга? Ольга есть, Ольга мощевик, Ольга равноапостольная, которая вот, в этом правиле. Да, я ей скажу. Думаю, что мы с ней придем. Можете положиться. Завтра, если будет Татьяна, выставит вечером, выставит и мощевик с Татьяной. Ага. Спасибо вам большое. Скажите, два полотна вот на личной площадке. Это забыл, как... Это... Дары, да. Это оригинал. Оригинал, да. А в советские времена здесь, извините, что было? До революции это был храм. Да. Был, вот у нас есть, философ Арнацкий, это первый настоятель. Это его сыновья. Они мученической смертью погибли при советской власти. Здесь вот, на самом деле как бы храм был воздвигнут, когда было крушение поезда царского. И семья как бы чудным образом она спаслась. Император держал на своих плечах, да, вот эти рушившиеся все конструкции, да, семья спаслась. И в честь этого события было решено сделать храм. Приходилось как раз на вот это событие, по-моему, на, если я ничего не путаю, есть на день памяти Андрея Критского, не тот, который написал канон, а другой, есть еще священномученик Андрей Критский, он еще более древний. Вот, и решено было вот в честь него это. Почему на окраине города? Ведь обводный канал это была раньше окраина города. Это было здание Гознака. Нет, не странно. Это было здание Гознака, было решено на частично на деньги Гознака, частично на деньги пользователей. Частично на деньги, значит, меценатов. Да, и поскольку это была вся территория Гознака, то есть она еще вам дальше была. Не так-то много территорий, наверное, было к концу 19 века, свободных, где можно было бы храм возвести в центре. Здесь просто требовался храм, и решено было здесь, поскольку как бы храм все равно, наверное, возводили бы, да, поэтому решили, что как бы вот еще такое событие. И на втором этаже у нас сейчас галерея, а там раньше были ясли для работников. То есть женщины приводили своих ребятишек, да, наверху, сюда наверху храм, да, настоятель философ Арнацкий. То есть вот эти детишки очень удобно оставляли. Я просто к тому, что насколько все было это вот душевно, насколько это все было в византийском стиле, да. Да. Цвета, это большая редкость на самом цвета деле. Цвета священномученика, вот бордовый и зеленый, да. То есть у нас даже когда вот праздники какие-то, да, то есть священномученики, то обычно даже цветовая гамма венков, цветов делается композиции, делается в таких-то тонах. То есть да, это вот не просто, это не просто так захотели зеленым цветом нарисовали. Я так и думал. Нет. Думал, это чисто художественный такой инструмент. Остались фотографии. Вот оно как. Остались фотографии. По фотографиям было, по-моему, 2008 год. Это вот, у нас раньше была здесь экспозиция, вот, да. Вот там сейчас написано, что делали реставрацию. Вот просто реставрация закончилась так давно. Вот эту часть реставрировали потолочную.
Расписывали, да, и поэтому вот, великолепно. Иконы у нас на сафоне, то есть на фоне монахи писали. В общем, ну, где-то же собрали, так сказать, уже не только же в современном исполнении иконы, а ведь же здесь же ничего не было во время, так сказать, советской власти. Нет, ну что-то, да, вероятно, что-то вот из древних, вот у нас Андрей Крейский, да, наш как бы, да, святой, вот там древние, да, иконы, да, да, вот древние иконы, то есть какие-то иконы были. Просто мощевики, да, которых у нас действительно очень много, и это очень благостно. Вот некоторые приходят, знаете, просто посидеть. Есть такой у нас прихожанец, он на него смотрел, думал, придет и сядет. У него перерыв обеденный. Ему так, видимо, хорошо, и вот он такой благости сидит. Ну, конечно. Тут уж я понимаю его прекрасно. Да, ну просто как бы вот весь Николай Чудотворец, да, Спиридон Тремифутский, Дмитрий Соломский, Георгий Победоносец. Ну, то есть вот как бы столько мощевиков. Это у нас ктитор, конечно, да. Он член Афонского общества, и, в общем, только благодаря ему. Иногда открывают мощевики. А если у вас страждущий есть, пьющий кто-то, у нас и мощи святого Ванифатия. То есть пьющие, наркоманы, игроманы, все маны, да? Да, то да, есть да. По воскресеньям у нас есть акафист, и если у вас как бы вот, кто-то страдает, то можно приходить попить акафист. Вот. По субботам у нас акафист есть в Матроне Московской, там тоже в иконе мощевик. И через неделю отрада и утешение в иконе Пресвятой Богородицы. Здравствуйте. Да, интересно. И у нас еще есть на той стороне, на Ладыгине, есть музей христианской культуры, очень интересный. Если мама у нас пенсионер, да, то ей в полцены, и первый вторник каждого месяца бесплатно. Ну, правда, там без экскурсии, там да, экскурсии да, это отдельно. А есть еще вот такая интересная вещь, если у вас как бы время позволяет, если вам интересно. То есть я бы, конечно, рекомендовала, потому что это очень интересно. Вот здесь такая экскурсия православная, которая затея в Петербурге. Здесь не только наше подворье с экскурсией, да, будет, да, но и музей с экскурсией, и Константино-Еленский монастырь, это под Репино, то есть самим добраться сюда очень тяжеловато. И плюс еще Линтула, это тоже как бы такой, знаете, на Карельском перешейке маленький такой финский бывший храм, да, сейчас как бы вот он тоже к нашему как бы, монастырю относится, ну как. Вот, и то есть это все вот в одном туре, все как бы вот за один раз посмотреть. Интересно. Потому что это в разные как бы очень неудобно добираться. Том, да, 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 я с вами согласен. В Константинопольском монастыре тоже очень много святынь. И вообще, в принципе, там такое вот тоже благостное очень место. Византия в Петербурге, да, да, интересно. Так что как бы да. Здесь бывают экскурсии. Если внизу там спросите на охране, там есть телефон, можно позвонить, узнать, и то есть набирается группа и приходит за пожертвованием, можно здесь, здесь послушать. Вот. Интересно. Так что приходите, маму приводите. Я сегодня приду. Сами послушаете, да. Ну, вот в храм я имею в виду сегодня. Естественно. Да. А еще у нас есть, если какие-то требы есть, у нас, поскольку мы при монастыре, там же действующий монастырь, монахини. Да. То есть если у нас псалтирь неусыпаемый, можно подать, в монастырях читают монахини. И можно заказать 4 акафиста. Да. То есть такая треба, есть одно имя 300 рублей. Ночь читают 40 дней, то есть на неделе 4 акафиста. То есть 4 акафиста, еще 4 акафиста, еще 4 акафиста, пока 40 дней не закончится. Значит, это Константин и Елена, Спиридон Тремифутский, все царицы, искоту болящие, и Николай Чудотворец. То есть вот 4 акафиста, это вот одно имя, будет 40, как бы 4 акафиста на неделю, 40 дней вычитываться. То есть тоже хорошая очень треба. Да. Вот, так что имейте в виду, спасибо приходить. Большое сегодня. Да. Спасибо. Mm-hmm.